попортилась, да, именно, я могу сказать, покусала. То есть, да, она тысячелетняя самшитовая роща, потому что миллиметр растет в год практически, представьте, растение. Что так оно не видела, да, на своем, на своем веку, можно так сказать. Ну вот, она главная входная группа, 60 входов. Я вот 2 года назад там был, там как-то все, как будто она погибала. Да, да, вот, не знаю, сейчас я уже не была, но не видно ее, может, травят, потому что в плане в этом, здесь вот я ее не вижу уже. Значит, потравили хорошо. Ну, а самшит, вы представляете, роща огромная, ее всю территорию не обхочешь. Да, да. Конечно, может, и травили, но там же и люди ходят, и животные, все-таки, и эти же насекомые, которых нельзя просто так потравить. Ну и отсюда именно в на Олимпийский объект. Ну то есть вот сюда в парк, к Олимпийским объектам, оттуда заходили, там станция «Ласточка» ЖД, автобусы останавливались, и оттуда заходили, и сюда шли прям к